Конституция не памятник, а живой документ. Само собой, базовые положения неизменны, но, очевидно, пришло время модернизировать ряд статей нашего основного закона. Он должен отвечать на запросы общества. Эта тема звучала во время большого разговора с президентом. И сегодня в Минске на открытии выставки к 25-летию первой конституции суверенной Беларуси. Центральный экспонат, конечно же, экземпляр главного документа страны 1994 года. Организаторы представили даже тексты конституции белорусского государства различных исторических эпох. Например, факсимили первого основного закона Белорусской Советской Социалистической Республики приняли век назад. А конституция БССР 1978 года послужила уже фундаментом для нынешнего особого акта, имеющего высшую юридическую силу. Партнерами выставки в филиале Национального исторического музея выступили Президентская библиотека и Национальный архив. Документы, конечно, вчитываться стоит, потому что мы старались отбирать наиболее интересные, наиболее знаковые. Прежде всего, мы показали документ, где была избрана конституционная комиссия в 1990 году. Почти 4 года накапливался материал, который исходил из основ жизни нашего народа. Несмотря на трудности, к 15 марта 1994 года мы подошли с основным законом, который на то время отвечал требованиям. Нет застывшей формы. Работа над совершенствованием Конституции – это процесс постоянный. Часть экспозиции посвящена республиканским референдумам 1996 года и 2004. С тех пор в главном документе страны ничего не менялось. Впрочем, трансформация никогда не касалась высших ценностей – человека, его прав и свобод. Также в музее можно увидеть уникальный экземпляр Конституции, на котором присягал наш президент.